надо будет быстро поехать, когда их не боюсь, когда водитель прислал, короче. Да это не убежит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, Алан приехал. Похудел, похудел. Достань барана, достань сразу. Выведи его сюда. Мы с Ливаном по дороге бутылочку уже раздавили. Не только 20 килограмм, 10 лет, по-моему, помолодел, да? Короче, хаш готовится 5 часов. Ну, я за ним гнался, не догнался. Но чтобы ребята голодные не остались, мы сейчас быстро шашлыки какие-нибудь приготовим. И к рассвету дождемся хаш. Пожалуйста. Замочи меня. Сейчас все замочим. Сегодня, видимо, вкусная еда будет. А вот эти крокодилы надоели, а? Четыре пыльжок уже. Что такое? Это артула. Голень. Что за халат? Смотри, пересмотри. Ночью холодно будет. Греться будет. Посмотрим, я думаю, нормально будет. В магазине. Ребят, подходите, по 50 сделаем. Держи. Давайте, ребят. Многие века люди борются за мир. К сожалению, не самым мирным способом. За мир, ребят. Дай Бог. За мир. Ну чё, Алан, хаш на тебе. Если помощь какая нужна, я тебе готов помочь. Делай. Команда. А мы с Денисом будем шашлык готовить. Все. Поехали. Замочим. Одну доску заберу. На. Рыжик, на тебе тоже. Вот это. Алан, тебе кипяток нужен? Да. Да, блин, протвис. Йо, давай. Сейчас я там разожгу, сюда я подвину. Я тебе сейчас покажу. Шампура где? Это тоже замариной. Я тебе говорю, замариной. Очень вкусная вещь. Ну ты скажешь, шеф. Да там, чуть-чуть там. Выходи, выходи к нам. Да как? Отварим говяжьи языки.
Да? Так. Здесь будем требуху варить. Ну, ребята, работает. Ребята, работает. Зато как вкусно стараюсь, кушать будем. Чтобы каш был чистый. Залог вкусного каша. А она отдельно, да, будет готовить? Все отдельно. Языки отдельно. Ножки отдельно. Требуха отдельно. И еще у нас сейчас дома поставим мясо варить. Портала называется. Очень наваристый хаш будет. Юра, иди поможешь мне. Хочешь поменяемся? У меня вот поменяем. Не-не-не, спокойно. Жустро. Давай. Желудок нужно нарезать побольше кусками, они увариваются. Красавчик. Сейчас еще раз. Альбинос. Посмотри, какая структура. Красиво. Через часов 6. Самое лучшее к рассвету 7. Подходи. Он как раз будет самый наваристый. К утру точно будет готов. Подростный парень как раз. Давай, бери вот это. Да, я буду Алан, нас в Астрахань на рыбалку приглашают. Когда? В любое время. Ну, лучше сейчас вот мошка у них уйдет. Часа 20 июня, и можно ехать. Требуха очень чистая. Возиться с ней долго не пришлось. Мясо поставим дома варить. Наберем воды, чтобы мясо закрылось. 2 часа будет достаточно. Сейчас мы порежем и будем с этого лосо. Можно я тебе ножку отдам? А себе здесь место освобожу. Сейчас. Вот это убрать здесь. Помочь тебе? Давай помогу. Вот здесь надо убрать. Он большой. Я хотел с бараном сюда зайти, если честно. И не эту.
Ну, можно было заехать куда-то, ну, короче, долгая история была. Ты те вкусняшки ешь, не знаешь, куда их задействовать. Самые вкусняшки. Не знает, куда задействовать. Денис, смотри. Оно ж красиво и выглядит, и очень вкусно получается. Как семечки. Юра, да. Наливай. Принял. Я не знаю, я почистил для вас, вы здесь разложились опять вот. Мы не участвуем в разрушении. Не, там лучше не держать. Скоро быстро приготовится. Мангал надо расширять. 6 лет ничего с ним не делаю. Дайте мне одну косточку. На сколько частей ее рубить? На 8? Нет, пополам просто сделай. Эту длину можно на 3. Мы зря туда льем. Нужно воду поменять. Воду будем менять 3 раза. А ну долейте вот сюда воды. Что там будет? Иди выливать. Все есть? Закрыл вообще-то. И вообще закрыл. Еще.
Все, вытаскивай. Отлично выглядит. Юра, пора все доставать. Значит, достаем. Ну, наливай. Ну что, садись, будем. Да, давай пока, ставим. Сегодня у нас за столом традиционные три пирога. Давайте Всевышнему помолимся, чтобы по славу нашим домам мир, благополучие, счастье, всего самого хорошего. Прошу, что Хусал хорошо звать. Чужгай, хорошо, чужгай. Нет, берешь. Ой, я сегодня писал. Вилкой нельзя пользоваться, вот так не стало. К 6 часам хаш будет готов, я думаю. Поспим потом. Главное не забыть. Застойкайся. Слушай. За хороший вечер. Хаш будем готовить в этом казане. Вот это нам для хаши не понадобится. Алан, это тебе. Вот сейчас запах хороший. Совсем чуть-чуть осталось. Часа три и будет готово. Что делать? И кусочек остался. Петух проснулся. Наваристый получился. Дима, а ну помоги.
Уже рассвет, а то опоздаем. Тарелки расставляйте, все готово. А что здесь сока мало? Побольше наливайте. Что это такое? Несерьезно, ребят. Еще. О, отлично. Туда тоже добавь. Yes. А ну дайте мне чеснок, пожалуйста. Ну давай, ребята, по 50. Давай, за очередную прекрасную встречу, да, которая, несомненно, запомнится на долгие годы. За нас и за вас, ребята. Такой вкусный хаш я никогда в жизни не ел. Да ладно. Да. Ты почаще приходи. Мы с Аланом часто его готовим. Обалденно. Салам алейкум, небеса высокие.